5 лет со дня первой тренировки. Секция фигурного катания в Бийске отмечает свой юбилей. Однако отдыхать юные спортсмены и даже не думают. Они вошли в стадию активной подготовки к зимнему сезону. Занятия начались с поднятия государственного флага. ОФП, легкая атлетика, та же самая. Бегаем, тоже прыгаем. Занимаемся те же самые прыжки, которые делаем на льду. Мы прыгаем, сначала отрабатываем на асфальте, чтобы на льду их потом было проще это делать. Несмотря на солнечную погоду и отсутствие льда, бийским фигуристам было чем заняться. После торжественного поднятия триколора юные спортсмены сразу же приступили к выполнению заданий. Они сдали тесты по общей физической подготовке. Мальчишки и девчонки в возрасте от 4 до 12 лет прыгали в высоту, а также в длину. Выполняли упражнения со скакалкой. Кроме того, обязательным был и челночный бег. Отметим, что тренировка прошла в рамках подготовки к краевым соревнованиям по ОФП. Они пройдут на осенних каникулах. Участие в них обязательное требование, иначе не будет допуска к ледовым состязаниям. Добавим, что помимо тренировок на асфальте, каждую неделю спортсменам приходится ездить в село Бочкари для тренировок на льду, потому как в Бийске таких условий, к сожалению, пока нет. 25 лет назад распалось отделение детской спортивной школы, где мы работали. И мы, все тренеры, пошли кто в школы, кто куда. И фигурное катание у нас пропало в городе. Вот 5 лет мы уже его стараемся снова развить. За эти 5 лет мы участвовали ежегодно в краевых соревнованиях, затем в показательных выступлениях. У нас везде приглашают, нас знают. Мы являемся, наша организация, являемся членами Федерации краевой по фигурному катанию.